Я поднялся на холм, полный грусти. И что же, там шиповник в цвету. Мастер мочит ребят, полный надежды, что в мире он лучший. Приветствую вас, идущие к холодильнику. С вами Федорович. А после этого видео вам уже не будет страшен ни один боксер и ни один вояка с автоматом. Ведь вы узнаете приемы, которыми сразу сможете с ними разделаться. Если я бросаю джеб, я могу его схватить и положить противника на пол. Или вам бросают кросс, может даже джеби кросс. Я просто отхожу в сторону и ломаю этого бродягу к херам. Мне вообще насрать, какой он будет делать удар. Моя внутренняя сила чи всегда его поломает. Ведь этот рахит делает удар из-за 5 метров до меня и все равно не может достать. Да еще и красиво падает, отрабатывая пару баксов, которые я ему дал. Я даже не буду с вами спорить о том, что настоящему пельменному мастеру тяжело не то что разрывать дистанцию, а даже отойти в сторону. Поэтому я дам вам технику, которая позволит не тратить лишние калории, но все равно эффективно уничтожать боксеров. Утро должно быть добрым, а вечер запоминающимся. Именно поэтому такие приемы нужно помнить всегда. Ведь теперь вы будете непобедимы в любом кабаке. И сможете смело стоять на месте, когда в вас начнут лететь кривые удары наивных боксеров. Ведь вы своим сисковым захватом сможете не только поломать руку противника, но и раздробить все его кости. Ведь каждому известно, что сила чи дает не только энергетический щит, но и стальную грудь. Можете даже не говорить мне про вооруженных до зубов бандитов. Я и так знаю, что в каждом темном переулке прячется гопник с автоматом. Поэтому и даю вам эту супер технику защиты. Свобода не в том, чтобы делать то, что хочешь, а в том, чтобы не делать то, чего не хочешь. Но ученики этого мастера не свободны, ибо сразу видно, что они в рабстве у мастера, который заставляет их нападать на себя с автоматом и подвергает мукам совести, которые их будут грызть после убийства учителя. Но во всем есть светлая сторона. Ведь когда эти монстры закончат свое обучение, все оружие мира станет бесполезно и не нужно. Я понимаю, что для многих из вас эти приемы защиты от автоматов, от боксеров вообще не нужны. Ведь ваша главная цель в жизни – это защита собственного дивана от таких же лысых мастеров, как вы. Именно для вас я приготовил следующий прием. Very light touch. Очень легкое касание, всего 1 грамм давления. Потому что это правильно, а не потому что легко. Легко это просто легко. Он такой сильный, что меня задавит. Тогда я использую не легко, а тяжело. Я использую тяжесть, большую тяжесть. Или большую легкость. Я могу его замедлить, очень замедлить. И не важно, как быстро вы хотите двигаться. Я могу сделать вас очень медленными или все быстро изменить. Нелегко, не тяжело, не медленно, не быстро. Правильно, правильно. Correct. Это не неправильно. Not incorrect. Надеюсь, вам стало все понятно. Ведь этот учитель может смотреть в завтрашний день. Хотя его ученики навряд ли не могут делать то же. Хотя сегодня это все равно послезавтра для вчера. А если вы хотите узнать, как натренировать такую же силу чи, то тогда вам поможет следующая система тренировок.
Но знайте, это будет очень непросто, очень тяжело, а это почти нелегко. Ведь очень тяжело так же нелегко, как и просто. Мастер может позволить солнцу встать раньше, чем он, но никогда не позволит ученику умереть понапрасну. Именно для этого нужны такие феноменальные и невероятные тренировки. Но если у вас, как у неопытного и непросветленного бойца, возник вопрос, зачем заниматься такой хренью, дождитесь конца тренировки и все поймете. Это самое важное, ибо техника, оставленная под конец, поможет вам победить в любой драке. Ведь если бой не состоялся, значит ты победил. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите колокольчик и делитесь видео в соцсетях. А в комментах напишите, готовы ли вы теперь защитить свой диван. А поддержать канал и получить мою благодарность зарядом силы Чи вы можете, став спонсором канала, даже за символическую сумму в пару долларов по ссылке в описании или возле кнопки подписаться, обретя таким образом вечное бессмертие и славу мастера. А если вы хотите привести себя в форму и освоить навыки самообороны и ударной техники, подписывайтесь на мой второй канал по ссылке в описании. Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках. Защита. Нога где-то. Раз-два. Переваривай. То мы любого человека, вот я могу двумя пальцами взять у человека вот так вот кадык достать, понимаете? Не напрягаясь. Как бы не отходим от этого образа, представляем, что мы медведи. Нас окружили волки. Начинаем танцевать и отбиваться соответственно. Хоба! Хоба! Опа! Вот так!